Ратибор! Ратибор! Сынок, не бей, не буди землю. Пусть отдыхает. Идет весна. Весной земля проснется. Родит ягоды, жито. Цветы чудные. Она все родит. Брось пруток, брось. Не надо. Посмотри, сынок. Эти снега, реки, леса с душами наших предков. Это все одно, что, ну, дерево живое. А земля наша, листочек на нем малый. И чтоб ее защитить, сильные руки нужны, сынок. Имеем мы обычаи свои, завет отцов и предания вечные, и вещий сон в тени этих лесов, и шепот трав весенних в лугах, на полянах, и шелест наших злаков в бороздах, руками росских возделанных, и гик коней, и топот стад, и грай воздушных птиц, все наше здесь. Здесь твои боги и братья твои. Мы дружина Перуна. Мы сила рода. Сила росской речи. Меч ее и щит. Хочешь ты быть с нами, Ратибор? Да. Готовься дать клятву. Огням огонь, как ты жжешь, палишь в чистом поле траву, у сырого дуба горенье. Так сожги меня, коль нарушу братскую клятву. Надо коней напоить.
Это хорошая, чистая. Мелко. Удобно для переправы. Поднимай заставу, хазары. Мы рощи пограничные, у нас свои сзади да по бокам. Впереди же степь чужая, а посему Всеслав. Нельзя дальше так жить. Вот только... На свои силы, надеюсь. Так, закаливай. Да, ты прав, отец. Настало время для справедливой защиты от степи и объединить племена. Да собрать дружины родов. Одним-то не устоять. Но как это свершать? Илвичи и Вятичи, он, ворогами смотрят. Да... И с другими не могу найти согласия. Не горячись, сынок. Бери на заставу других славян, согласных с тобою. А когда соберутся на совет старейшин князья, вот тогда разом все и порешим. Со времен Гомера и Геродота по-разному называли северных славян, объединяя их грубым словом «варвар». Я, Прокопий из Кесарии, хочу рассказать о жизни этих народов, которых император Ромеев Юстиниан не мог склонить к рабству и подчинению. Я хочу знать, что происходит на сегодня в империи и за пределами ее. В империи все спокойно, божественный. Народ славит тебя. Но я все же велел еще 3000 наших людей разослать по городам. Пусть выявляют недовольных. Трое уже нашлось. Ремесленник Диомед, подгуляв, зло говорил о твоей царственности. Поставь два крестика. Ослепление и ссылка. Житель города Малх обвиняется в манихействе.
Далее крестьянин Фар не сдал все зерно. Ставь черту. Казнить, казнить. Да, но не слишком ли это жестоко? Августейший, великодушно щадить виновных, таково свойство человеческой натуры. Но не щадить невинных, вот истинное проявление величия. Не все ли равно, на кого падут удары? Важно, чтобы все боялись. Нет добра и нет зла. Есть польза божественному или вред. Ведь Базилевс – проявление Бога на земле. Откуда еще зреет угроза? Я полагаю, не с запада. Готы, захватившие Италию, выдохлись, а на востоке мы сдерживаем персов переговорами, войнами. Да, и только север копит неведомые нам силы. От славян вернулся мой человек. Что же нового он сообщает? Он утверждает, что их развелось очень много, и эти племена, славяне, анты, управляются не одним человеком, а живут в народоправстве. А, демократия. Ха-ха. Анты, анты, анты. Здесь звучит корень латинского слова «раньше». Или это греческое «против»? «Анти». «Против». А против меня, что ли? Продолжай. И так они пытаются жить в демократии. Судьбы они не знают и вообще не признают, что судьба по отношению к людям имеет какую-то силу. О, это любопытно. Я их судьба! Трибуниан, может быть, нам пора собирать войско для похода за Дунай? Империи нужны подданные. Ты как читаешь? Араб богоподобный. Славянам необходимо напоминать, что они лишь смертны, и нити жизни находятся не в их руках. А ты как считаешь? Я как ты. Сегодня я доволен вами. Как прошло твое утро, драгоценный? Ступайте. Я занимался делами империи. А чем занималась моя несравненная? Ты сегодня хорошо выглядишь. Да. Любимый. Я говорила с патриархом Эпифанием. Ну? Он хочет послать к славянам пресвитера Деметрия. А я думаю, что варварам нужен лишь меч и огонь. И только после этого святая купель. Ну, может быть, ты и права. Мои законы защищают право земли, даже славянской земли, быть обработанной. Славяны, анты, любят землю, труд и свободу. Я согласен иметь таких подданных. Я их спасу от дикости. На их свободы буду распоряжаться только я. Ты имеешь на это право, мудрейший. Сегодня на площади Быка после полудня казнь непослушных. Я бы не хотел ожидать тебя. Поторопись, любимая.
Потороплюсь. По велению божественного сегодня наказываются за убийство Николиус из Кефании, Манихей Малх из Фракии, а также житель Фар за укрытие зерна от благословенного. Все трое будут казнены в быке. Так будет наказан каждый, как наказан Николиус за убийство Памфилия, жителя дома Октагона. Всеблагой, пожалей меня. Я гибну невиновный. У меня 5 детишек. Я спрятал 500 хлеба для своих детей. Мудрейший, оставь живых этого. Мне донесли сегодня Охлос, настроен агрессивно. Убийца! Христос, мой ты добрый! Почему ты разрешаешь? Прощай! Великий решил так, так тому и быть. Стража, остановите их! Остановите! Вернуть осужденного на место казни! Остановитесь! Люди, просите о помиловании! Базилевс, великий! Пощади несчастного! Как только что его пощадил сам Господь! Целитель храма! Пес безродный! Мы расплачиваемся за тебя! Братья! Да не обратится на вас кара за злобу и непослушание! Прекратите мятеж! Разойдитесь по домам! Гони! 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 Всем будьте наготове. Неман Курдуза. Гадай, зачем гадай? Хан Иган Саул тебя полюбит. Жизнь твоя ничего не будет. Enough!
Здравия тебе. Велимудр, помоги. Ранили ее. Хозяинка? Ну, я прошу тебя. Прошу, помоги, она нужна мне, богами молю. Нож. Что? Дай нож. Ратибор, она не будет жить. Будет. Велимудр, будет. Помоги! Ратибор из дозора не воротился? Да нет, еще. Вот, баба принесли. Ладно, и стрела. Новая. Пожаловали гости. Хазарская. Вот они, вести из степи. Дозорный. Где нашли? Не успокойся. Хазары у сладкого ручья стоят. Крок что, не передавал? Крок не объявлялся. Краса, дай пить. Сколько заметил пришлых? Коней много. Должно быть, там и вьючные, и заводные. Видать, по табуну и по кострам их не меньше сотни. Да. Наведалась степь. Наведалась. Ну, что еще у тебя? Все сказал. Тора, поднимай заставу. Они пожаловали не зря. Различия. Земля же избавит людей от мести хазарской души. Пусть пойдет на погребальный костер. Я не дам ее зарыть. Она будет ждать меня там. Велимудр, разреши, прошу. Ну, будь по-твоему.
С умыслом хазары приходили, с разведкой, вот и нашли зло. Чужеземку на погребальный костер. Небывалое случается. Хазаринку класть вместе с погибшими росичами. Мы окружены. Восставшие мятежники перебили охрану и штурмуют серый палат. Они обезумели. Они обезумели. Божественный, спаси нас! Нам угодно выслушать мнение наших подданных. Остаться ли нам в палате или отбыть, дабы укротить охлос извне? Ты. Легионы перешли на сторону восставших. Мы беззащитны. Ты. Тюрьмы сгорели. Мятежники выпустили преступников. Плебеи с ножами и самодельными копьями заполонили улицы. Пойми, в городе оставаться опасно. Говори. Я за отъезд. Богоподобно. Ну, мы все готовы умереть за тебя. Но и я за отъезд. Августейший, беги. Галеры готовы. Все это временно. Это временно. Божественный, поверь, это будет не отъезд. Это будет временная отлучка. Феодора. Феодора. Мне кажется, сейчас излишне рассуждать, пристойно или непристойно женщине быть храброй, когда мужчина находится в нерешительности. Многие здесь говорили, отъезд, временная отлучка, отбытие. Я скажу прямо. Бегство! А я думаю, бегство нам наиболее вредно. Пусть оно и поведет к временному спасению жизни, хотя
Вряд ли нам удастся избежать общей участи смертных. Тому, кто однажды властвовал, невыносим скитаться изгнанником. Итак, беги, беги, божественный, беги, если хочешь. У тебя горы золота, там тебя ждут корабли, и море открыто всем ветрам. Но после не пришлось бы предпочесть смерть такому спасению. Я остаюсь. Пурпур власти есть лучший саван. Что ты задумала? Оставаться действительно опасно. Я вызвала Ипатия, племянника Анастасия. Скоро он будет здесь. Зачем? Охлосу нужен вождь. Мы им дадим вождя. Пусть он объединит их и ведет туда, куда нужно нам. Мы остаемся. Ты бы не ан. Да божественный. Вели людям своим называть Ипатия племянника моего, Базилевсом. Да, 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 да. Пусть город к утру узнает об этом. Пусть на стенах пишут имя Ипатия. Ипатий будет Базилевсом. Я так хочу. Будь краса здрава, молодая. Ой, матушка они! Ой, а я тут гадала. Большие дети стали. А ну, пошли-ка погуляли. Да ты, матушка, садись. Отдохни. Садись. Отведай хлеб-соль. Давно не была у вас. Всеслав где? Да тут он, на заставе. Мечами гремит. Снова мне радости послали. Гадаю я тут, вижу. Мальчика принесешь. А не я? Здорова ли, Анеюшка? Дело у меня к тебе непростое. Краса, принеси студеной водицы. Али, у вас там не ладно? У нас ладно. А чё ноги топтала зазря? У сына моего, Ратибора, ума не стало. Стыдно сказать. Ну, с чего взяла? Он в воинской науке из лучших. Да не про то я. Парню жениться время, а он отрекается. Знать ту девку, что ты ему подыскала, брать не хочешь. Так другую найди или... Ну, погоди, пока сам по сердцу отыщет. Разгорится конем, полетит, не остановишь. Помнишь, как сама любилась? Анеюшка. Будет. Не забуду я тебя, молодой. Ты вот отец, а я мать. У меня мужа нет, я одна умом. Так вот, небывалое случается. Бей! Сдается мне, Ратибор.
Смерти искать стал. Знать любая ему та хазаринка. Помоги, чтоб не стал он изгоем безродным, чтобы семя наше не пропало в нем. Ах, ты ж. Верно. Верно помышляешь, негодны такие парни. Околдовала его хазаринка, чую, околдовала. Молчи, хватит. Ну, ну. И более никому ни слова. Ломать парня не будем, а согнуть с огнем. Ратибор! Тебя Всеслав зовет. Отбил меч, успей вдохнуть. Строй не терять. Я слышал, ты передумал жениться. Хазаринка приглянулась, так ее нет более. Нет среди живых. А там не твоя воля. Я люблю ее. Любишь. Любовь творец. А что сотворит твоя любовь? Она ничего не родит, как вспаханная земля, куда не бросили семя. Наш род тебя поднял? Поднял. Я научил тебя держать оружие. Сильным быть. Так помоги и ты своей силой сохранить славянский род. Был сыном, будешь отцом. И никто тебя не заменит. Я все сказал. Я рад видеть тебя в добром здравии. А, племянник, племянник мой, Ипатий, глаз народа, глаз Божий. Народ хочет тебя. Так распорядилась судьба. Я стар. Я не достоин больше деда. Ну что ты? Что ты? Что ты? Не надо. Что ты? Империя гибнет. Дядя. Спаси ее. Дядя, я не гожусь. Годишься, что ты? Ты сын империи. Твой долг подумать о ее судьбе. Ты молод. Ты сможешь? Сможешь? Не надо. Надо? Нет! Нет! Надо! Нет! У тебя нет, все впереди, нет, тебя! Страшно! Спаси! Мне страшно! Посмотри, нет, как ты хорош! Нет! Посмотри! Нет! Сюда! Сюда! Нет, боюсь! Слава! Новому поселенцу! И Патию! Слава! Слава! И Патию спаси! 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 И Патию! Спаси! Спаси! Целуйте сандали! Целуйте сандали! Смилуйтесь! Вы ведете его на казнь! Он погибнет, и вы вместе с ним! Пожалейте моих детей! Ты пожалевшу! Да будет возложена диадема на голову Ипатия! Слава новому пожалевшу Ипатию! Ипатия пожалевшу на башню! Мы хотим услышать, что обещает нам новый пожалевс! Ипатия на башню! На башню, Ипатия! На башню!
Ипатий привел восставших на площадь. И он... Мой Базилевс, пришел человек от Ипатия. Он привел весь охлос на площадь быка. Где связной? Он в башне. Кому он говорил? Только мне, больше никому. А, прекрасно. Ищу. Иван! Иоанн! Велизарий, на площадь быка собрался охлос. Все зачинщики бунта. Они ждут моего отречения. Велизарий, возьми моих оставшихся людей. Помоги Ипатию прекратить мятеж. Ты сын империи, Велизарий. Удача летит перед тобой. Возьми ее! Велизарий! Ты что? Ты мой старый друг, Велизарий. За императора! Должен меня поймать. Я люблю людей, люблю. Весь этот кошмар ради нашей империи, ради ее будущего. Пойми. Не смотри на меня так. Ты мудрый, ты запишешь только правду. Не смотри, пойми, старик. Охлос сам виноват в этом, он сам хотел этого. Ипатий, доброе утро. Прошу. Итак? Да. Твоя воля исполнена? Да, все хорошо, благородный Ипатий. Поступив как верно подданный, ты ослепил гнусно безбожных мятежников. Судьба помогла нам победить Охлос. Божественный? Да. Но почему Иптиус, обладая всей властью, так медлил? Да, действительно, что-то тянул. Почему позволил Охлосу сжечь город? А кто тебя так? Вот изверги. За что же они так, а? Ступай. Базилевс нарушает свое обещание. Ступай! Ты мой, а? Ты решил воспользоваться смутой, чтобы стать Базилевсом. Видишь, как все нескладно получилось. Ну, прощай, голубчик. Прощай. Как ты мог решиться на это, Иптиус? Как ты осмелился? Thank you.
скорбеть об утрате никогда не имею. Колдовская тайна, недоступная моему разумению. Не печалься, Анеюшка. Привыкнет Ратибор к Млаве. Рука привыкает к мечу, тело к тяжести доспеха, а сердце к утрате. Со свадьбой тебя, князь! Счастья вам! Садись, торуб, за стол. Отведай за здоровье молодых. Случилось что? Корабли ромеев идут в торжок острова. Со мной гонец от Каничей. Просим тебя, Всеслав, с дружиной идти в торжок острову. С дружиной? Чего ты? Торг не мое дело, не тому я воинов учу. 7 весен назад на торге князя Кривичей было до смерти не уходили и товаром обидели. Далеко они? 2 дня пути осталось, так что надо спешить. Ну что, Беляй, готовь челны к торгу. Да я пойду на ромеев поглядеть. А заставу кто будет охранять? На Ратибора оставлю. Ну что, справишься? Всеслав, возьми меня с собой. Прошу. Ну что ж, добрые люди, пора к покою. А молодым, к честному делу. Да, обманул меня, согласившись на свадьбу. Решил посмеяться над нами. Млаву-то домой отвезут. Род наш позоришь. Ну? Слышишь? Последние петухи.
иди ко мне! Я не хочу жить! Не выходи! Опять скоромное ешь? Чревоугодничаешь, Господи. Был легионером. В Александрии учил людей грамоте. Жил аскетом, как требует учения мании. За это на меня донесли, хотели сжечь. Охранник выкрал и продал купцу Ерепатию. Я слышал, манихейство – тягчайшее зло. Зло. Позови мне его. Мы, манихеи, не называем своего учителя любовью, как вы, христиане. Угу. Христос был добрый человек. Ты, раб, разговорился. Иди, иди. Пресвитер Димитрий тебя зовет. Иди. В этом христианине находим мы смятенность мысли от неполного знания церковных канонов. Освободи его от оков. Я все слышу. Но я умею молчать. Мне нужен грамотный человек. Надеюсь, ты раскаешься и будешь помогать мне. Свобода дорого стоит. Научи, что делать. Я плыву к славянам. По ходе за Христа, ангелы и святые укрепят воинство Базилевса невидимым оружием, и Второй Рим воцарится навечно. А ты за помощь в просвещении варваров получишь свободу. Я согласен. Такого раба потерять! Почему я Петра? Чем же тебе этот мех не нравится? Или другой? Не смотри, какой. Мех, бери, у нас много такого. Липовый, мед. Асла! Воск чистый! Новый! А? В этом году топленный! Да, дерево, но сладко будет! Ой, как сладко! Воск чистый! Новый! Воск для улиц! Мокрый мед, шеску! Шеску! Мокрый мед! Четыре! Шеску! Четыре! Шеску! Четыре! Посмотри, какой! Ну, договорились, так? Договорились.
Вот это берем. Так, вот это куди сюда-сюда. Вот так. Договорились? Три. Ну, ты помнишь, так, три. Так, так. Вот это. Ну, три. Три горсти соли. Ну, да, беру. Вот это. Две горсти, так. Ну, лисица. Ну, три. Три. Четыре, как вы говорите, четыре. Так, вот это тоже. Ну, это не важно, мехное беру тоже. Это тоже. Это тоже мы договорились. Не трогай руками. Вот это сюда тоже пойдет. Так, четыре. По одной, по одной, по одной, по одной, тоже по одной. Так, так. Получилось всего, мы договорились, 11 горстей соли. Вот так. Не обижай. Брось нож! Да вы что делаете? Да вы что? Воевода, помоги! Ты смотри, что ты делаешь! Смотри, что делаешь! Рамеев, не троньте! Идите к своим челнам! Воевода, ну ты же без чел! Иди к нашим! Да грузи ты свое зерно! Да. Вот, голубь, каких рабов надо покупать! Идите! Давайте грузите зерно! Значит, ты говоришь, коли я приму твою веру, меня возьмут в рай. Да. Крестись, и ты будешь спасен. А предки наши, матери, отцы, деды, что не знали веры твоей, они где, в раю? Нет, они в аду, горят вечным пламенем. Спешите же обратиться к истинной вере. Никто не ведает своего часа. Сам Бог говорит с вами через мое посредство. Спешите, иначе ад, огонь и гибель всего вашего семени. Ты думай, чему учишь. Родичи мои честно жили. В чем же их вина? Я говорил о Господнем гневе, в любовной заботе о ваших душах. Ты меня не понял. Позволь мне остаться среди вас. Говорить с вами. И ты захочешь, чтобы вера Христова пришла на Русь. Ну, на все свое время. Всяк волен верить по душе. А разная вера не мешает нам с тобой быть друзьями. Эй! Эй! Кому мед? Кому воск? Воск кому? Свежий мед? Ходи, рамейский народ. Мед? Липовый, пахучий. А? Пробуй, батя. Я благодарен тебе, сын Сипии Леса. Ты спас, защитил человека. Я Малх. Малх, ты? Я Ратибор. Ага. Какого ты рода? Я Росич. Ты похож... Подожди. Ты похож... Вот. На бога воинов. Арей Марса. Он сын Зевса. Посмотри, ты похож на него. Посмотри! Я тоже был воин. Воевал за империю. Потом бросил. Долго рассказывать. Наш император изобретил всех старых богов, даже Арей Марса. Что делает здесь этот варвар? Пока я недостойный пытаюсь наставить язычников слову Божию. Ты раб. Вместо помощи мне смущаешь их души вином, сатанинскими речами и образами. Прости. Бог милосерден, но тебя ждут страшные испытания в аду. Прости. Тебя ослепят, лишат языка. Прости. Молись, чтобы не было так. Прости.
Прости. Мне жаль тебя. На, возьми. Возьми. Ты раб? Этот Рамей хозяин Малха? Он же обидел тебя. Ни один росич так не унизится. Я верну. Верну твоего бога. Держи. Оставь себе. Пригласил вас для того, чтобы выразить вам почтение империи. Вы будете иметь золото, провизию, оружие, надежных людей. Но не для того, чтобы терзать империю своими набегами. Пора положить начало войне с племенами славинов. Деметрий недоволен тобой. Он очень зол на тебя. Ты плохо помогал проповеди истинной веры среди славян. Я скажу тебе то, чего не должен был говорить. Деметрий потребовал, чтобы я перед высадкой в город заковал тебя в колодки и передал архонтам. Беги. Не убивай! Русич! Ратибор! Я Мал, помнишь? Торжок остров! Арий Марс! Ну! Рамей! Да! Мал!
О, матушка! Ой. Ой. Колот, подсоби! Ой. 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 Ну, приспела, голуба. Слава Владу. Терпи, милая. Богу терпи, нашу. Ну что ж, терпи. Он поможет тебе. Колка, лучше сейчас. Сейчас. Сейчас снимем шубу, снимем платочек, снимем поясочек. Ну? Нихня бомбада, нихня забомбада, шахом лада на воду, нихня, шахом отбирать, отбирать. Сердце от камней, тело от перстей, кости от облак, жилы запрягайте, запрягайте. Ой, горим, ой, горим, ой, пожар горим, ой, пожар! Пожар! Горим! Горим, пожар! Горим, ну, горим, ну, пожар! Будет блажиться. Скачи к Ратибору. Передай, мужик у него родился. Ратибор! 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 Чего шумишь? Ратибор! А, Ратибор! Давай скорей! Жена твоя сына принесла. Сын. Славена, Скифа и Росса, обращаюсь к вам. По обычаю, роды имели ратников каждый в своем граде. Всеслав замыслил изменить древние обычаи и желает, чтобы вы, старейшины, отделяли ратников по граничной росской заставе. Что решим? Всеслав замыслил неслыханное. Никогда племена, живущие на Роси, своих дружин не смешивали. Сообща оборонялись? Да! Да! И каждая дружина ходила в бой под началом своих воевод. Одна сильная застава лишит нас воли, а людям воля нужна. Воля, чтоб сменить ее на хазарскую неволю? Воля нужна! Ведун, дай Ромею слово сказать. Пусть молвит. Малх, тебе говорить дозволили. Ромей! Иди сюда! Скажи им всем, скажи, что ты знаешь про хазар. Я слышал от купцов, Базилевс дружит с хазарами. Ханов часто приглашает во дворец к Базилевсу. Об этом многие знают. А по пути на Роси видел становище хазар. Я сам видел. Росичем дозволь сказать. Говори. Взрослых мужчин, уилвичей, 12 сотен, 43 человека. У каничей же, 5 сотен, 78 человек. Всех счел. Посылал считать, думать надо. Стало быть, илвичи сильнее числом и нас, и каничей будут раз в 5. А на заставу воинов не дают. Прошу, дайте людей, и под охраной общего росского войска
Пахарь отвыкнет тревожиться по веснам. Сам он или налетный степняк пожнет урожай на полянах. Хитришься, Слав, пугаешь? За счет других родов обрести силу хочешь? Мы не из пугливых. Ромею верить нельзя. Чужой он нам. Верно. Беды дождетесь? Тогда вспомните заботу Всеслава. Летом хазары приходили. Зачем они приходили? Пути разведать. Ключи метить. В переходах коней поить. Кто пошлет своих людей в Росскую слободу? Решено, Всеслав. Половина родов людей тебе дает. Стой! Весна идет. Хазары придут, не придут. Пахать и сеять надо. У меня руки все пахотой заняты. Воинов не дам, уйди с дороги. Не дай погибнуть роду. Чую, беда идет. Я свое слово сказал. Мои воины не хуже твоих. Уходи с дороги. Так ли? Сам-то он зажирел от сладкого меда. Я? А ну, позвеним мечами. Позвеним. Жаль железо от тебя поганить. Не хуже моих, говоришь? Снег сойдет, жду твоих людей. Я тебе пришлю. Седлать. Хазары.